Нам сегодня противостоял очень сильный соперник, который, по моему мнению, будет бороться за выход в финал дальше. Но на фоне всего этого мы продолжали играть, не сдавались, боролись до конца, ложились под шайбу, лезли на ворота. То есть сделали все, что в наших силах. Большая благодарность команде за сегодняшний день. С таким счетом тоже надо уметь проигрывать, но самое главное, что мы боролись до последней секунды. Боролись за своих близких, родственников, кто за нас болеет, переживает от всего сердца. Да, в любом случае очень приятно играть, когда за тебя переживают, кричат, болеют, там, стучат в барабан. То есть очень, очень большая, как бы, роль этого есть, то есть они реально помогают. Спасибо большое, кто приехал, кто смотрел по телевизору. Тяжело пока переварить еще эту игру надо. Думаю, тоже будет очень тяжелый матч. То есть пока насчет завтра ничего не могу сказать.